Привет, привет всем. Первое, что нужно знать, бывает два основных типа регулятор давления подачи топлива. Механический, старого образца, и электрический, нового образца. В первом случае это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором это датчик давления топлива, который передает к компьютеру соответствующую информацию. А на некоторых марках автомобилей датчик давления топлива не только измеряет давление системы и передает информацию в компьютере, но и сама выполняет функцию перенаправления излишнего топлива из системы в бак. На разных машинах эта система устроена по-своему и есть множество отличий. Но главное, что мы должны знать, регулятор, датчик давления топлива обеспечивает топливной системе нужное давление. В большинстве случаев регулятор давления топлива находится на топливной рампе. Еще иногда регуляторы размещены в топливном баке на модуле насоса. Клапан старого образца имеет корпус, внутри которого находится клапан, мембрана и пружина. На низких оборотах двигателя давление топлива в системе невелико, и оно все уходит в мотор, в камеры сгорания. При повышении оборотов соответствующее давление топлива увеличивается, и таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее топливо через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине такого алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном. Ну и часто мы услышим название датчик давления топлива, который более соответствует новому образцу давления топлива. Он немного сложнее, так он состоит из двух частей, механический и электрический. Первая часть это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилий, вызванного давлением топливной системы. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система. Электрическая часть датчика – это 4 тензорезистора. От изгиба металлической мембраны зависит выходное напряжение. И этот сигнал передается на компьютер машины. А в результате электронный блок – компьютер управления подает соответствующую команду на насос, чтобы он подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива. Итак, признаки и симптомы поломки датчика. Первый признак. Активация на приборной панели контрольной лампы. Check engine. Check. При сканировании с компьютером ошибок диагностическим прибором будет показаны одна или несколько с номерами. Второе. Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики. Плохо разгоняется, не тянет. Третье. Машина плохо заводится, как на горячую, так и на холодную. Также хочу отметить, что из-за неисправности датчика давления топлива на Mercedes ML на горячем вообще не заводился и крутился только стартер. Есть об этом у меня видео и ссылку оставлю ниже в описании. Четвертый. При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых провалов, когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора. У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируется ошибка P0087. Давление, измеренное топливной рампой, слишком низкое по отношению к требуемому. Но, скорее всего, эта ошибка связана
с топливным насосом. Если кто-то хочет углубиться в этом вопросе, есть на YouTube много видео, где можно посмотреть видеоинструкции, как можно проверить датчик давления. Ссылку оставлю ниже в описании. Ну и в конце видео хочу попрощаться и просьба подписаться на канал. Спасибо всем.